Сегодня морось. Сегодня 13-е должно быть. Сентября 17-го года. Вчера почистили колодец. И вот сейчас шланг маленько протереть. С теплой воды вынесли, осветить святой водой. А потом уже откачивать. Это Сергей Игнатов с Украины, угледара. Никита, вот видно, какая погода. Это я пытаюсь закрыть как-то. Морось. С крыши капает. Она морось мелконькая. Смотри, какой. Даже ничего не видать далеко. Глянь туда. Бездна кажется сединою. Опускайте. Быстро протирайте. А там идет большой дождь. Я рукой прикрываю. Хотя, в принципе, надо бы, да. Давай еще. Туманно так это от нас не зависит. Не могу никак сделать. О. Что-то испортился аппарат наш. Слышь, опять. Вчера в интернете написал мне один. Он говорит, настройте камеру. Я говорю, она не. Ну потом расскажешь, я все равно не слышу. Вот прямо скрывает лицо. Холодно, все одевши. Сегодня 13-е, 14-е? 13-е. Я правильно сказал, 13-е. А там написано. Видишь, опять затуманилось. Так, помогай, опускайте быстрее. Там маленько где-то что-то не так, шланг не имеет значения. Володя, опускайте скорее. А то у меня сейчас объектив тут затянет водой. Приходится дергать туда и сюда, чтобы она. Держать за веревочку. За что лучше. Ну-ка, постойте, насос маленько поднимите. Сейчас я с этой стороны покажу, какой насос. Вот он. Давайте. Все туманное такое. Бывает так, продернешь дальше ближе, и лучше видно, тут ничего не дает. Вот, просветелось маленько. Это дело не в Володе, что Володя там плохо снимает. Володя хорошо снимает. Он держит святую воду, сейчас будут освещать. Колодец-то был раньше освещен, сейчас только так это, святой водой. А то священник молебен совершал. Сегодня среда,
в пятницу у нас уже будет богослужение, исповедь, а в субботу архиерей приезжает. И что интересно, как только владыка едет, дня за три начинается вот такая погода, как будто бы специально для него труды назначены. И приезжает, а в самый момент, когда служба уже заканчивается, солнышко светит. Однажды приехали креститься из Германии. Там Летина Стартисон, сестра ее, Тамара. И вот такая же вот хмарь. Как только они стали подходить к воде, скажи, как будто кто рукой раздвинул. Солнышко светит, а вокруг видно, что дождь идет. Крещение приняли, и все, опять дождик пошел. То есть мы, ну, очевидцы того, что Бог везде присутствует. Вот показать в дальнюю сторону, ну, да плохо там видно, там, вон далеко видно, ничего не видать. А время-то уже 7:30 утра, вполне светло. Так, все, Володя, пусти это... Сергей, подходи, читай молитву. Господи, благослови и освети воду сию, колодец сей, во славу имени Твоего святого. Благослови и освети сию воду святую. Давай. Отца и Сына, Святого Духа. С молитвой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Чистая вода, чтобы была для всех, как пророк Елисей сделал. Отца и Сына. Вот. Святого Духа. Все. Закрывай колодец. Во славу Божию. Святого Духа. Закрывай. Слава тебе, Боже, на славу тебе. Я пойду, я боюсь, что объектив у меня затянутый. А ну попробуй включить насос. Работает, нет? Куда он будет течь-то? Отодвинь маленько, чтобы видно было. Куда-то так сделать, чтобы вода текла в сторону туда, не сюда. Ну, подержать там. Траву. Никогда-то, знаешь, мы вчера на стол клали его, прижали на столе. И там видно, как еще вот на самый край стола. Вот туда. О! Посмотрите, еще, по-моему. Нет еще, нет, ничего не пишет. Идет, идет, грязь пошла. Он очистит сейчас. Во, светлая пошла. Вот, уже светлее. Слава Богу, за все. Да. А в чем все-таки причина была? Плохо совсем аппарат работает. Нет? Пускай поставь там, покачай маленько. Сейчас она шланг прочистит и воды набери. Иди, помой. Чистое ведро принеси там для питья. Никита. Там ведро выбери, такое, из которого воду пить можно. О, так вода совсем чистая. Я думал, она будет дня три приходить в порядок. Нет, она быстро там. Ну, его скрыло насос? Да, глубоко. Ну, тем более. Вот течет вода, она шланг очистила. Давайте. Я не могу даже дергать, приближать. Ну вообще чистая. Володя, бери. Чай с нее сделал сегодня. Я уже сделал. Все. Ничего и не надо ждать. Абсолютно чистая. Глянь. Ничем не хуже, чем из того колодца. Ну да. Сейчас ополосни, вылей из ведра и по новой налей. Туда, туда. Все. Ну, ребята, вчера вы успели, вот такой морози-то не было, сейчас бы застыл там. Ну да. Итак, надо уже дождаться было сентябрь, вовремя. И все у нас получилось как надо. Это Господь благословил нас.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь. А что там, не полное, это почему, куда делась вода? А я вчера стирал вещи свои. Я же весь... А столько вычерпал воды? Сколько в глине было. Ну, конечно, я несколько раз прополаскивал. Она же глина. Ну, так много же воды. Много, конечно. Все, батя, ты сколько там ведер надо? Может, пусть туда наполняется она. Туда, Соня, прижми. Да ладно, уже хватит. А что, выключил? Да, выключил. Все, пошли. Первое ведро. Теперь к нам ходить не надо будет вам. На скворечник туда. Вот ниже опустили, чем было. Сейчас не хватать стало. Ну-ка, пропустите меня. Все. Плеснул. Никита? Нет, Сергей. А что, ударил об это? Не знаю. Сергей, как это получилось, что ты все тут разлил? Оно у меня об ногу ударилось. А? Об ногу ударилось. Об ногу. Ну, видишь, как вот пролито. Только занести, только легко. И вот у нас интересно, как на самом конце скворкнется.